Всем привет, ребята, с вами Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку по названию «Холодный закат». Да, я тоже что-то не понял, что это такое. Ну ладно, уходим. Это своеобразный хоррор. Я не знаю, чего от него ожидать, что-то какой-то я низенький, вам так не кажется? Что? Что со мной не так? Ладно, допустим. Так, у меня уже загрузилось, и что-то вообще ничего нету. Эверест, 1966 год. Ну, детализированный вообще вертолет. Будет ли детализированная игра? Есть фонарик, я могу приседать и бегать. Мне нравится фонарик, потому что можно будет светить в глаза. Кому вообще, собственно говоря, я не знаю еще. Садиться, ну и быть уткой, можно сказать. Нажмите Shift, чтобы запустить. Shift. Подожди. Подожди. Куда? А я? Ладно, все. Что от меня требуется? Ладно. Побежали в эту сторону. Палатка. В ней ничего, ладно. Спидран. То есть я уже на правильном пути, да? Помогите, помогите. Я не знаю, как тут пройти. Все, проход в какую-то пещеру. Фонарик. Я вообще не люблю пещеры. Не говорите, что тут нам придется выбирать, куда пойти, направо или налево. О, рельсы, вот. Надо идти по рельсам. Это главное правило. Тут рельсы закончились. Но! Сейчас налево. Так. Право. Я уверен на 100%, потому что я уже шахтер первой степени. Направо. Сейчас налево. Сейчас я понял, что тут тупик. Так, погнали. Сейчас, значит, направо идем. Настя, я... Кто это? Вы видели? Это был... Негр. Что за дырка? Ничего нету, ладно. Эта дверь не имеет силы и не открывается. Ну, все, ладно, уходим. А это открылось. Да, дверь плохая, это хорошая. Лифт. Тут есть лифт. А что от меня требуется? Ладно. Так, что это? Знаете, сейчас такая фигура выходит. Мы начинаем лететь, и начинается финальная сцена из Doors. Рычаг. Может, теперь-то откроется та самая дверь? Да, кстати. Открывай! Открывай! Ой! Ой! Спасите! Ой-ой-ой! Страшно! Так, что это было? Это был какой-то зеленый спринт-трап недоделанный. Так, где я сейчас нахожусь?
Можно закрыть дверь? Дверь закрыл. Найс. Теперь я в безопасности. Что у меня имеется? Монитор. На него можно нажать. Будет какой-то тетрис. Что за... Прошу, не убивайте меня! Он стоял. Вон он! Повтор. Ребят, ну вам всем же интересно, какой у него скример. Что ж, он умеет открывать двери, скример у него пипец какой страшный. Вернусь, когда пойму, что делать. Вы можете спрятаться в шкафчике. В каком? В каком? В каком из шкафчиков? Не хочу здесь находиться. Здесь что-то есть. Комната управления и спальня. Короче, сейчас разберусь. Так, вот, я, кажется, понял. Я его видел. Он меня тоже увидел. Я профессиональный бегун. О, он меня только сейчас запалил. Ну ладно. Знаете, это тот самый чел, который завидует тебе и хочет тебя убить, чтобы не завидовать. Ужасная шутка. Так. Я передумал. Знаете, здесь уютно. Вот тут, короче, поставим телек, будет висеть, короче. Вот тут дверь поставим, вот тут тумбочку. Вот здесь кроватка будет такая маленькая. Да, все, пацаны, мне не надо никуда дальше. Все, пока. Короче, я понял. Помните ту штуку там, где мы трубы поворачивали? Ну, короче, эти трубы запитывают двери. Как раз-таки мы в прошлый раз открыли дверь, там были доски, из-за этого я не мог туда пройти. Так что пошлите сейчас в спальню делать. Поворачиваем теперь. На спальню. И открылась спальня. Блин, ну, страшно. Вы тоже все-то сейчас видели, да? Чебурман. Чебурек. Здесь еще одна дверь. Сейчас проверим, открывается ли она. Открыли дверь, значит, вот таким образом. Я, в принципе, уже не хочу туда идти, там... Топор! Топор, топор, сиди как вор и не выглядывай во двор! Не найс! Ой, вы это тоже видели, да? Ну, вы что-то видели! Ну, открывай! Топор, топор, сиди, как вор, не выглядывай во двор, а если выглянешь, тебе какой-то дед ударит топором по башке. Что у меня есть? 1, 2, 3, 4. А нет, тут код имеет 3 цифры, да? Так, мы потихонечку сможем освободить все двери. Вы тоже слышите это? Только что был близок. Так, ладно. Что ж, на этом мы остановимся. Мне и так хватило.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адью!